Как снег на голову, упала крыша дома на припаркованный в дворе автомобиль. ЧП случилось по адресу Красноармейская, 19. Хорошо, хоть людей во дворе не было, вздыхают жители. Железные листы с крыши сорвало порывом ветра. Как предположили жители, вероятнее всего, подрядчики, которые делали ремонт, оставили часть строительных материалов незакрепленными прямо на скатной кровле. Ремонт крыши здесь завершили совсем недавно. В принципе, да, капитальный ремонт привели. Крышу отремонтировали, дом покрасили, он выглядит неплохо. Нормально выглядит изнутри. Так. Ну, что снаружи будет и что будет дальше, я не могу сказать. В данный момент на крыше, если подняться, видно свет. То есть есть подозрение, что она потечет. Вот. То есть нужно экспертное заключение о том, что либо здесь сделано грамотно, качественно, либо здесь неграмотно и требуется переделка. Как рассказали управляющие компании, ремонт проводила подрядная организация, которая и должна нести ответственность за все работы. Кровля находится на гарантии. Уже должны выйти специалисты, кто выполнял капитальный ремонт, и устранить повреждения кровли. Мы решили взглянуть на отремонтированную крышу лично. Оказалось, там все еще лежат строительные материалы. Возможно, подрядная организация собирается продолжить ремонт. Правда, заодно им теперь придется решить вопрос с ремонтом пострадавшего автомобиля. Марина Кравцова, Артем Сулейманов. События.